20 мая, РИА Новости. Белорусский водолаз Игорь Матюк обнаружил останки флагмана Ладожской флотилии, сторожевой корабль «Пурга». Об этом сообщает «Спутник Беларусь». Подводники начали поднимать части судна со дна Ладожского озера в субботу. Корабль долгие годы считался безвозвратно утерянным. Водолазы не могли найти «Пургу», даже предполагая приблизительный район нахождения почти 100-метрового сторожевика. Дно Ладоги в этом месте звенит на приборах. Сам Игорь Матюк искал флагман последние 6 лет. Корабль принял свой последний бой в 1942 году в районе маяка Синовецкий. После налета немецкой авиации он затонул. «Пургу» несколько раз поднимали в 1942 и 1943 годах, чтобы снять вооружение и части ходовых механизмов для других кораблей этого класса. А потом о сторожевике забыли. Интерес к судну снова появился после войны, когда стала доступна для изучения история блокады Ленинграда. Ладожская флотилия сыграла важную роль в организации дороги и жизни, поскольку большая часть грузов для осажденного города доставлялась именно кораблями. Из оригинальных частей «Пурги» планируют сделать памятник всем кораблям Ладожской флотилии. По замыслу петербургского реставратора и архитектора Рафаэля Даянова, в конструкции будет использована носовая часть корабля, которую поднимет со дна Игорь Матюк. Трагическая история блокады Ленинграда должна быть известна всем. К сожалению, мы до сих пор еще находим останки защитников города, и наша святая обязанность не только их должным образом похоронить, но и увековечить память о них, отметил собеседник «Спутник Беларусь». Все новости Беларуси читайте на сайте «Спутник Беларусь».